Друзья, а с вами Денис Гик и Клуб Ардуино, и сегодня у меня будет такой обзор впечатления от экшн-камеры Faxeer Box 2, которую любезнейшим образом мне предоставили на тестирование. Ну и давайте пройдемся по пунктам плана. Вначале будет комплектация, потом про характеристики, работа с непосредственным приложением. Это, кстати, фишка этой камеры. И в конце будут, собственно, мои тесты катания по городу на самокате и на электросамокате. И плюс полеты на квадрокоптере. Съемка велась с помощью этой же камеры. Ну и давайте про комплектацию непосредственно. Значит, сама камера, что мне очень понравилось, у нас есть сменные возможности стекла, то есть защитного. И, кстати, в комплекте, в родном, поставляется специальная отверточка. Вот эти вот винты, они выглядят, кстати, довольно-таки стильно и плюс дают функционал для смены нужный. Значит, помимо винтов у нас есть вот такая вот отверточка-звездочка под них, для того, чтобы можно было сменить защитное стекло. А так как это экшн-камера, оно здесь нужно. И, возможно, менять также его придется, смотря в каком режиме снимать и в каких условиях. Значит, присутствуют две инструкции, китайский и английский, с характеристиками и также с вариантами, как установить приложение, как, в общем, начать работать с данной камерой. Собственно, корпус, в который устанавливается наша экшн-камера, вот таким вот образом. И внизу, уже когда мы начинаем крепить к основной платформе, это платформа-крепежка, но это уже липучку я добавил сам, а вообще она поставляется вот с таким вот тремовским скотчем для лучшего крепления. Значит, у нас дальше идет. Устанавливаем как нам нужно, таким вот образом, и затягиваем вот этот вот болт. Клац. И устанавливаем на руль, куда угодно, хоть на плечо, хоть на ногу, хоть на руку. Вот. Все удобно, в принципе, быстро. У нас есть еще одно крепление, ну, тоже на шлем, дублирующее. И вот эта вот часть у нас также отщелкивается, и можно переместить на вот это вот крепление. Единственной для меня загадкой остается вот эта вот часть, что это такое, тоже часть какого-то крепления или ключа, возможно, но пока мне непонятно. Если вы знаете, напишите в комментариях. Ну и давайте ради интереса взвесим эту камеру. Она весит всего лишь практически 80 грамм, то есть 79-75, это с учетом того, что там установлена microSD-карта памяти. Теперь немного по поводу разъемов. Значит, все основные разъемы у нас находятся за вот этой вот резиновой крышкой. Значит, первый у нас это слот под microSD карту. Значит, карту может держать до 128 гигабайт, но у меня такой нет. Я ставил 64 и все работало без проблем. Значит, дальше слот у нас USB для зарядки и передачи данных. Потом мини-HDMI присутствует. Нет, микро HDMI. Присутствует также несколько светодиодов активности. Раз, это питание. Это у нас активность записи, ну и подключение к Wi-Fi. Вернее, точка доступа. И еще вот здесь вот светодиод активности. Значит, здесь у нас кнопка питания и кнопка включения паузы. Также переход в режим точки доступа для того, чтобы можно было связаться с помощью телефона с нашей камерой. Теперь немножечко переходим к характеристикам. Значит, по поводу разрешения, то есть 4К у нас поддерживаемая, на частота кадров 30-25, 4К Super Vision, то же самое. И здесь дальше смотрим 2,7К, 2,5, 1440, Full HD 1080, также вот это вот кадры у нас идут. И разрешение. При 720 у нас может снимать 240 FPS и также 120. Значит, здесь также присутствуют еще режимы таймлапса и еще много-много slow motion также присутствует. 4,8, соответственно, на 1080p на 120 и 720 на 240. Значит, по поводу фотографии, мы здесь видим даже 16 мегапикселей с разрешением 4608 на 3456, но это 4:3, это редко кто использует, значит, будем считать стандарт 8.3 на 16:9, то есть 3840 на 2160. Значит, более полные характеристики вы видите сейчас на экране. Еще хотел отметить, что степень влагопыли защиты IP64, то есть от попаданий пыли она полностью закрыта, от брызг тоже, в принципе, но, соответственно, погружение она не будет держать.
К небольшому минусу можно отнести, это аккумулятор несъемный, но емкость, в принципе, лидирует среди своих ровесников, таких бюджетных камер там в районе $100, 120 там плюс, можно так вот даже считать. Их даже, кстати, можно было купить по $80 иногда на распродаже. Значит, аккумулятор 950 мА, 3,7 вольта, обычный литий. Кстати, спросите вы вот это вот, что это такое? Ну, вы понимаете сами, что это экшен-камера, потому вот это уже, вероятнее всего, падало с квадрокоптера и вместе с ним. Ну, и теперь давайте начнем работу с приложением. Значит, скачиваем приложение с Play Market Foxeer HD. Не пугайтесь, что у него такая низкая оценка. Да, в начале приложение работало крайне глючно, но сейчас вроде как его подправили, подкорректировали, и оно более-менее работает. Значит, чтобы подключиться нам к нашей точке доступа, давайте включим камеру с зажатием кнопки на 5 секунд примерно. Вот камера включилась, вы видите, светодиод тоже активен. Значит, далее мы что делаем? Мы зажимаем кнопку... включение видео на 3 секунды до мигания желтого светодиода. Желтый светодиод означает, что у нас создается точка доступа, и мы можем получить к камере доступ и управление через Wi-Fi. Дальше мы подключаемся к камере сети Foxeer и прописываем пароль. Чтобы получить доступ ко всем настройкам, значит, пароль у нас от 1 до 0, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Вы можете найти его, кстати, в инструкции. Вот таким образом нажимаем «Подключиться». Ну и, соответственно, интернета у нас не будет, но зато будет связь с камерой. Ну и, соответственно, теперь мы попадаем в настройки камеры. То есть мы видим в практически там буквально секунда отклик у нас идет от камеры, но довольно-таки все быстро получается. Вот она, наша камера. Здесь мы видим статус аккумулятора, связь с сетью и текущий режим записи видео. Значит, чтобы... перейти в настройки, нажимаем на шестеренку и видим, здесь можно выбрать нужное разрешение применить. Ну, я оптимально ставлю 1080 на 60 кадров. Кстати, в этом режиме она примерно и будет работать минут, наверное, 40, потому что, ну, даже больше, до часа, а в самом максимальном режиме там минут, наверное, 15 и сильно-сильно греется. Значит, цикл записи 5 минут, микрофон включен. Значит, автоматическое понижение яркости, VDR, выбрать коды, кстати, можно, 264 или 265. Так, антишейк, стабилизация. Задержка выключения, автоматическое отключение, ТВ-выход, пищалка, кстати, тоже, потому что бывает писк этот, ее можно выключать, потому что писк дает понять, что камера включилась, но также она попадает на видео немножечко. Оповещение, кстати, полезно, оповещение про время записи. Также можно поменять имя сети и пароль, если вам нужно. Версия прошивки, собственно. Кстати, отсюда можно форматировать карту памяти, просто нажав вот сюда вот. Спросит, хотите ли вы отформатировать. Ну, конечно, мне это не нужно, так как у меня там еще файлы находятся. Можно найти камеру, она должна подать звук. Вот, пищит. Чтобы отключить, значит, нужно повторно нажать. Ну, вот такая вот штуковина. Теперь, кстати, можно переводить видео и фоторежим нажатием кнопки. Вот это фоторежим у нас. Также здесь прописывается, что это фото. И нажатием кнопки видеорежим, то есть включается. Запись, соответственно, по тапу красной кнопки. Но и все это то же самое мы можем проделывать с телефона. Допустим, нажав вот это вот запись. И у нас пошла запись. Здесь также мы видим... что камера светится и идет запись. Также можем приостановить ее. Значит, доступ к файлам у нас идет с вот этого вот меню. Отдельный раздел видео и отдельный раздел фото. То есть вот что мы катались, накатались, так было снято. И также переключение всех режимов у нас осуществляется с помощью вот этого вот значка. Значит, single photo, selfie таймер, отсрочка, тайминг, капture, захват по времени. Это, наверное, комбинированное фото. Здесь нормальная запись, таймлапс и замедленное видео. То есть здесь тоже есть типа, параметры. Если вы его выбираете, то камера автоматически применяет это значение и по дефолту будет его использовать. То есть, чтобы вернуться обратно, нам нужно выбрать обратно режим, который нам нужен. Потому что у меня уже была такая ошибка. Я выбрал таймлапс, забыл его переключить здесь. И я думал, ну, и начал снимать видео. Потом оказалось, что оно начало снимать таймлапсы.
При том, что у меня был телефон с приложением был отключен, и, собственно, камера запомнила последний выбор. Потому обязательно переводите, чтобы не получилось таких казусов. Ну, в принципе, это весь функционал приложения. Я так скажу, что глюков никаких у меня не наблюдалось. Ну, по крайней мере, я пользуюсь ней дня 3, и глюков особо я не увидел в приложении. А вот до этого вы можете почитать комментарии в Play Market, что приложение было крайне недружелюбным и крайне глючным. Вот. Ну, в общем, друзья, с вами был Денис Гик. Камера, ну, мое личное впечатление, я вам предоставляю еще видео сейчас будет. Мое впечатление, что данная камера является, в принципе, бюджетным, экшн-камера, бюджетным сегментом, но полностью удовлетворяет все требования к ней за свои деньги более чем. То есть я бы сказал, что она даже может быть немножечко дороже своих конкурентов могла бы стоить. Здесь установлен также соневский 12-мегапиксельный модуль, который отвечает за, собственно, видео и фото, потому он, в принципе, довольно-таки шикарен. Но приложение чуть-чуть бы отладить лучше. В принципе, я думаю, они с этим справились на данный момент, потому что, ну, я лично пытался найти глюки, но я их не определил. Значит, вот, друзья, собственно, камера, я доволен, мое впечатление крайне положительное. Я бы рекомендовал, если у вас выбор стоит между какими-то бюджетными моделями, то обратить именно на вот эту камеру выбор свой взгляд, потому что она заслуживает этого. И, собственно, в подтверждение моих слов смотрите видео, которое я снял. Кстати, я не снимал в 4К, потому что все-таки аккумулятора не настолько долго хватает, как хотелось бы. И он тем более здесь несъемный, это недостаток. Но я снимал в 1080-60 FPS, этого было вполне достаточно. Вы можете сейчас оценить качество. Ну что, начнем.
We'll be right back.